участники приза, столичного приза «Анилина бокса». Группы, поехали! Не очень удачно принимает легендарный маршал, прекрасно принимает маскат, дальним полем лорд Бурбон. Тут же Цезарион и Аргудан. Маскат, Цезарион и Аргудан втроем лидируют полем. Лорд Бурбон великолепно на длинном поводе идет. Александр Иванской старший, за ним тут же Серемей, легендарный маршал. Ближе к бровке первый номер генерал Пелос. Тут же дайджест. Тут лошади очень кучно, что свидетельствует о том, что пейс не ураган. Никто особенно не торопится. Но вот Урмат Кожемжаров решил проехать поворот по бровке. И за счет этого вырывается вперед. Маскат повел. На втором месте Аргудан, на третьем Сувенир, далее Цезарион, далее лорд Бурбон, тут же рядом с ним генерал Пелос, легендарный маршал, дайджест, и замыкает Серемей. Лошади выходят на противоположную прямую. Скачку ведет Аргудан, тут же рядом с ним Цезарион, лорд Бурбон между ними, тут же Сувенир, Побровки, Маскат. Дальним полем дайджест, Шамиль Хатков улучшает позицию. Генерал Пелос посередине, рядом с ним тут же легендарный маршал, и Серемей замыкает. 31,4, ну не космос. И Маскат вновь по самой бровке выходит вперед. Маскат возглавил скачку при входе в последний поворот. Маскат лидирует, остальные очень-очень кучно. Целая стена лошадей при входе в последний поворот. Тут же полем лорд Бурбон, Цезарион, дайджест посередине. Вот он, генерал Пелос начинает свой бросок. Генерал Пелос входит на четвертое место. Скачку ведет Маскат, полем лорд Бурбон. Тут же первый номер генерал Пелос, между ними Цезарион. Остальные отпали. Выход на финишную прямую. Скачку ведет Маскат, дальним полем лорд Бурбон. Между ними тут же генерал Пелос. Втроем они выходят в борьбе за победу на финишную прямую. Скачку продолжает вести Маскат. Тут же генерал Пелос и лорд Бурбон дальним полем. Втроем борьба продолжается за победу. Лорд Бурбон выходит вперед на финишную прямую. Тут же Маскат. Лорд Бурбон, Маскат, генерал Пелос втроем, четвертый дайджест. Скачку ведет лорд Бурбон. Лорд Бурбон приближается к финишу. И лорд Бурбон выигрывает приз «Анилина». А на второй, похоже, вышел дайджест. Но генерал Пелос, вероятно, третий.